ночи, дорогие мои друзья-подписчики. С вами снова я, Гробовщик. Это мой 4-й онлайн-стрим. И я буду смотреть страшные видео, которые мне прислали вы, мои дорогие подписчики. Итак, сегодня у нас интересное видео. Как сказал мне подписчик, если его посмотреть, то, возможно, ко мне в дом придет некто. Ну, в общем, короче говоря, как видите, история банальна. Не мог придумать ничего лучше, поэтому давайте просто посмотрим, заценим, так сказать. Да, знаете ли, я больше испугался, если честно, не того, что творилось в этом унылом видео, а то, что у меня, кажется, только что выбило пробки. Ладно. Я мигом. Поставлю вам видео до конца, а вы не уходите. Так, вроде бы проблема здесь. Ага. Так, ну тут вроде бы все нормально. Странно все это. Кто здесь? Уважаемые друзья, у меня проблемы с Уважаемые друзья-зрители, у меня проблемы с электроэнергией возникли внезапные. Причем именно во время просмотра этого видео. Поэтому, скорее всего, в принципе, да, я вижу, вы хотите продолжение, но ну ладно, сейчас я досмотрю это видео до конца. Окей, так уж и быть. Все ради вас. Ради вас и ваших донатов.